Самый большой кулич России испекли к Пасхе в Якутии. Священники якутской епархии по благословению правящего архиерея святили царь кулич, а местные предприниматели предложили горожанам не только его попробовать, но и отнести близким тем, кто не смог принять участие в празднике. С каждым годом в Якутии выпечка куличей набирает все большую популярность. Главное украшение праздничного стола стараются печь дома, чтобы побаловать родных и близких домашней выпечкой. Пищевые предприятия республики тоже не отстают. Выпечка куличей здесь уже имеет промышленные масштабы. Молебен перед началом изготовления куличей на якутском хлебокомбинате стал доброй традицией. Благословляет пекарей на труд сам владыка Роман. Он же и делает первый кулич. Уже традиционно мы именно в эти дни совершаем молитву и благословляем очень благородный и в эти дни особенно актуальный труд наших пекарей, потому как они начинают выпечку пасок, которые потом будут принесены в церковь, освящены и вкушаемы за праздничной трапезой. В прошлом году предприниматели Якутии объединились и угостили горожан куличом весом в полтонны. А в нынешнюю Пасху решили испечь кулич весом в тонну и пригласить Книгу рекордов, чтобы зафиксировать самый большой кулич в России. В Якутск вылетел Леонид Сенаторов, главный эксперт Книги рекордов России. Он лично измерил и взвесил царь кулич, а затем последовал вердикт. Рекорд с формулировкой «Самый большой пасхальный кулич в России». Кулич готовили несколько дней кондитеры гипермаркета «Айгуль» и Немигунский хлебозавод. Царь кулич получился на славу, ароматный, вкусный и большой. Сегодня это самый большой кулич России. Прошлогодний рекорд побит. Это и подтвердил эксперт. В прошлом году в Москве фиксировали кулич, там 850 килограмм. Священники якутской епархии по благословению правящего архиерея осветили царь кулич, а предприниматели Якутии предложили горожанам не только попробовать, но и отнести близким тем, кто не смог принять участие в празднике. Эта акция нацелена на то, чтобы сегодня поделиться со всеми нуждающимися. Не для того, чтобы установить какие-то рекорды. Пасха Христова – это самый великий праздник, который призывает нас, каждого православного христианина, для того, чтобы мы участвовали в жизни ближнего. Горожане оценили угощение по достоинству. Освященный кулич, очень вкусный. Кулич красивый. Пробуйте. Очень вкусный. Более 1000 человек приняли участие в благотворительной акции и смогли унести с собой частичку воскресения Христова и самого большого кулича России, чтобы поделиться пасхальной радостью с нуждающимися.